работу. Я работаю подологом. По-простому скажу, мастер педикюра по работе с сложной стопой. Я, наверное, была самым большим скептиком, но, как говорится, когда Бог хочет, он найдет пути. Ко мне за последний, наверное, год пришло несколько моих постоянных пациентов. Кто знает, лечение грибка ногтей — это самый сложный процесс. И здесь я имела возможность наблюдать, когда идет, я всегда делаю фотографию до, после, и есть динамика. И по разным причинам официальная медицина предлагает нам только один путь — это микотики. Тот, кто сталкивался, знает, насколько большой урон здоровью приносят микотики. И здесь я понимаю, что мои пациенты показывают мне прекрасный результат. Я спрашиваю одного, что было, антипаразитарка, что это? Это коралл. Я не слышала где-то год. Год я не слышала, пока ко мне не пришел человек и сказал: «Лена, у тебя постоянно там якобы давление скачет, вот тебе водичка». Ну вот смотрите, я на работе, да, я целый день с людьми, я могу просто не успевать попить. В моем кабинете первая появилась вода, и вот этот тонометр, с которым, да, я по привычке вожу в сумке, он у меня в сумке на всякий случай, если кому-то плохо. По себе первый результат. Вода работает, если пить коралловую воду, давление не скачет. Второе. Я точно знаю, почему я пришла в коралл. Я хочу помочь моим пациентам избавиться от грибка ногтей и кожи. Я видела результаты. И я знаю, что коралл — это тот путь, когда я могу помочь без вреда организму. Для меня это, наверное, самое важное. Ну, вот фактически все. А была я самым большим скептиком. Я года три не слышала, когда ко мне все стучались и говорили: «Ты должна это знать». Я никому ничего не должна. Меня убедили только результаты. Есть еще один момент. Не знаю, может быть, рано говорить. Я еще не сходила на УЗИ. Мне 46 лет, по разным причинам психоэмоциональным у меня не было месячных последние 4 года, вот они пошли. Да, это еще рано говорить, еще надо сделать УЗИ, но официальная медицина в моем случае сказали: ну что ж, ну, к сожалению, понимаете, да? То есть вот у меня такой результат. Вот как бы три результата, которые меня убедили, что дальше я буду продолжать свой путь вместе с кораллом, выполняя то, что я сейчас делаю.